Санкт-Петербург, знаменитый Толстовский дом. Ну, а это знаменитый Толстовский двор. Петербург очень гордится этим домом, этим двором. Самый востребованный дирижер в мире, самый желанный и признанный господин Марис Янсенс живет здесь, в этом доме. Но, к сожалению, очень редко выступает у нас в России. И сегодня у нас есть возможность прийти к нему в гости. Здравствуйте, Ирочка. Марис, здравствуйте. Как прекрасно выглядите. Ну, а вы замечательно. Вот так вот смотрите, а? Ай-яй-яй. Я помню, что вы говорили, что вы начинаете. Да. Извините, что у меня такой вид. Здесь что-то. Марис, прежде всего, мне хотелось бы вас отрекомендовать по самой вашей, на мой взгляд, высшей награде. Это то, что вы являетесь почетным членом Musikverein, общества любителей музыки в Вене. Из истории этого общества я знаю, что только из наших соотечественников, музыкантов-исполнителей, это звание присуждалось Евгению Мравинскому и Давиду Ойстроху. Но это был уже 20 век, а сейчас 21-й, и это наш русский, латышский дирижер Марис Янсенс. Это правда. Ну и сразу тогда мы перейдем в Вену, где 1 января в 10 утра по европейскому времени совершенно фантастический Musikverein, безумно красиво украшенный, и 50 миллионов человек, 90 стран передают новогодний концерт, новогодние поздравления, ваши новогодние поздравления за пультом Марис Янсенс и оркестр Венской филармонии. Готовились очень-очень кропотливо и долго, почти что 3 месяца. А, казалось бы, такой легкий праздничный концерт, вальсы, галопы, польки. Вот как вы не потеряли, а наоборот, приобрели еще больше свежести, яркости вот, в выборе программы, например? Я должен сказать, что готовился не 3 месяца, а целый год. Это безумно кропотливая и трудная работа выбрать репертуар. Потому что нужно иметь в виду, первое, чтобы произведения не повторялись. Потом ждут, конечно, очень популярных таких хитов обязательно. И обязательно должны быть произведения, которые никогда вообще не исполнялись. И вот в таком направлении вы все время думаете, слушаете. Ну, там было потрясающе. Вот это экстра-пост с дирижерской палочкой. Это чья была идея? Экстра-пост моя была. Положено в этом концерте иметь немножко такой окраску юмора, какие-то игривые, да. Ну, потом произведение, где там, скажем, оркестр или поет, или кричит, вздыхает. А вот последний раз, где они свистят, это было совершенно первый раз, исполняли Циррера «Венские девушки», и там надо было свистеть. Я думал, это довольно сложно, причем свистеть 2 голоса надо было. Лучше у меня было много идей, многие меня отбросили. Сигнальхорн. Сигнальхорн, да. Но сигнальхорн – это по-русски рожок, правильно? Имеется в виду, что это поезд удовольствия. Паровоз на своем пути дает сигнал. Хотелось бы спросить, когда был ваш дебют в Венской филармонии вообще?
Новогодние концерты были 2006, 2012, 2016. А ваш дебют? Думаю, что это было в 1986 году. Правда, честно, точно вам не могу сказать, что давно было. 30 лет назад? Да. Да. Представляете? Они вас так любят. Вообще, вам нравится эта система, когда не выбирают главного дирижера, а вот такие приглашенные, такая система? Это же только один оркестр мира. Ну, вообще, я думаю, дирижеру нравится, когда оркестр его выбирает. Правда? Я думаю, да. Все понравится. Но если быть серьезным, видите, по-разному. Я думаю, что это, наверное, самый правильный метод и способ выбирания главного дирижера. Венская филармония особая, она никогда никого у них не было главного дирижера, поэтому они не выбирают. Это особый случай, все это знают. А вообще, если оркестр выбирает дирижера, мне кажется, самое правильное, потому что если какие-то другие инстанции или министерство, или я не знаю кто, еще другой, начинает включаться, или администрация, и выбирать другие какие-то критерии, это часто приводит к конфликтам. Марис, с профессией дирижера связан очень выпуклый и ясный образ власти. Да? Дирижер – диктатор, дирижер – высший авторитет, манипулятор. Вот вы предлагаете какую-то совершенно другую модель общения с оркестром. Потому что более уважаемого всеми музыкантами дирижера, вот именно оркестровых музыкантов, я вообще не знаю. Спасибо за такие слова. Я ничего не делаю искусственно. Не вырабатываю какой-то способ завоевать симпатию. Я совершенно убежден, что дирижер должен быть на пульте таким, каком он есть в жизни. И вот часто говорят, ну вот ты должен быть построже и потребовать больше. Может быть и правильно, строгим надо быть. Но если у этого человека нет этих качеств, например, то лучше не быть строгим. Почему? Потому что эти музыканты, которые с вами выступают, они очень чувствительные люди. Музыкант чувствует буквально через одну минуту, кто перед ним стоит, и точки зрения творчества, и человеческого. Потому что создается между дирижером и музыкантом такая аура, такая энергия. В этом и есть секрет дирижер и оркестр в чем? Как все мы говорим, это очень темная профессия, потому что объяснить, что такое дирижер, очень сложно, потому что он сам звуки не издает. Я считаю, что это очень важный момент, чтобы человеческие отношения всегда оставались между дирижером и музыкантами. И я всегда думаю о том, что музыканты – это тоже ведь люди, они мои коллеги. Да, правильно, дирижер я, у меня много власти, но с меня много и требуется. Верно, да, кто-то должен быть лидером. И вы должны быть очень требовательными. Вот если мне что-то не нравится, это не будет так, что я буду, не скажу. Я могу иногда и даже, может быть, не, так сказать, может быть, не кричать. Это я, пожалуй, думаю, что я не буду делать, потому что это очень вообще неприлично. И на Западе вообще это редко бывает. Но таким немножко металлом в голосе я могу сказать музыкантам, что надо исполнять. Но в принципе они этого тоже очень ценят, потому что они видят, что человек требует и хочет ради музыки, он не пойдет ни на какие компромиссы в смысле качества. Я вообще придерживаюсь, вот это, я как это по-русски, конечно, не очень звучит, а вот по-английски звучит teamwork. То есть тогда, когда вы работаете вместе со всеми, сюда включают менеджмент и оркестр, я считаю, что очень важно не думать, что ты знаешь лучше всех, и что так, как ты решаешь,
так должно и быть, потому что ты умнее или чего-то. Бывают моменты, когда тебе надо решить, да, если, скажем, ситуация такая, что непонятно, так или так. Вот особенно в Америке это. В Америке главный дирижер, он босс. Разная система отношений с оркестром. Американская, европейская, русская. Я бы сейчас сказал так, что наша система, ну, наверное, строгий лидер. Я так смягчаю немножко. Ласково вот, сказано. Ну, да. На Западе партнер, но тоже лидер. В Америке босс. А вообще очень интересно, если спросить, ну вот различие вообще к отношению к музыке, к образованию, вот, скажем, в этих трех направлениях. Ну, это вообще много, очень много говорить, я поэтому не буду долго. Я постараюсь буквально одним предложением. Мы в России особенно ценим эмоциональность, темперамент. Для нас это, если у человека этого нет, говорят, ну... Холодный. Да, холодный. Ну, не, типа это самое главное должно быть. В Европе самое главное – чувство стиля, чувство звука, а Америка – техника. Вы должны быть перфекционист, играть потрясающе. В Америке, если музыкант приходит на конкурс, я не знаю, в какой-то самый важный, главный оркестр, ну, я не знаю, там, возьмем Чикаго или Нью-Йорк, и там всего, например, на конкурсе 300-400 трубачей приходят. Вот он начинает играть. У него получается маленький кикс. Где-то. Он сразу сам уходит, он понимает, что до свидания. Вообще, до сегодняшний день быть диктатором – это невозможно, это опасно. Я даже разговаривал с итальянскими музыкантами, когда я там дирижировал. И, конечно, мы все говорим о Тосканини и так далее, великий. Они все говорят, маэстро, сегодня Тосканини не мог бы ни одного слова сказать. А мы знаем, мы слушаем его записи, как он кричал, как кричал, как он унижал людей. Близко этого ничего не получится. А это везде? Нет. Это и в России, и в Европе, и в Америке? Или где прежде нет, всего началось России, это? В России нет. Откровенно скажу, нет. Это не так. Но дело все в том, что вообще диктатором не надо быть. И я думаю, что даже в России... Не надо быть диктатором, надо быть просто строгим, требовательным. И, к сожалению, я должен сказать правду. К сожалению, люди должны бояться. Должны бояться, да, руководителя. А почему? В чем это секрет? Это русская ментальность? Если не нажать, сопьются, собьются... В чем? Почему? Наверное, да. Наверное, это так. Или, честно говоря, не понимаю. Даже не могу. И причем это было и раньше, и это примерно остается сейчас. Подождите, а вот любовь к делу, уважение. А-а-а. Здесь же вот как раз в музыке-то вот это самое тонкое, то, что если... Музыкант уважает и любит музыку. Зачем же страх? Да, а вы знаете, вот я вам еще скажу одну вещь, которую, может быть, покажется совершенно неожиданной. Люди думают, что музыканты, вообще человек, который занимается искусством, что он безумно любит эту свою профессию. И я думаю, что в большинстве это так, конечно, безусловно. Но я знаю, что и есть очень много случаев, когда нет настоящей любви. Это воспринимается просто как моя профессия. Я должен идти на работу, я зарабатываю деньги, я буду репетировать или так далее. И я не горю. Это бывает очень часто. Но это в этой профессии особенно, наверное, губительно. Это очень губительно, но это бывает. Это бывает, к сожалению. Поэтому, конечно, если, скажем, мы будем говорить об отношениях дирижера с оркестром, то тут очень важно, чтобы дирижер мог зажечь костер.
И тогда пойдет пламя от оркестра. Вот этот взаимообмен. Взаимообмен. Марис, да раз вы упомянули, вот, что оркестр выбирает, один из самых замечательных оркестров мира, концерт ГБА, выбрал вас в Амстердаме. И как-то, вы знаете, такая параллель сразу напрашивается с Петербургом. Петербург – это русский Амстердам. Да, это даже не Северная Венеция. Вот как вы себя чувствуете в этом городе? Я замечательно чувствую, да. Стал ли он немножко родиной для вас? Ну, в какой-то степени, да. Конечно, я не могу сравнить с Петербургом. Я обожаю этот город и никогда отсюда не уеду. Мне очень часто спрашивают, а почему ты живешь в Петербурге? Или многие люди спрашивают, ну а когда вы приедете в Петербург? Или что? Очень многие люди думают, что я уехал из Петербурга. Я из Петербурга никогда никуда не уезжал. Я работал и работаю на Западе. Но живу я в Петербурге. Другое дело, что здесь редко бываю, но здесь моя квартира, здесь мой дом. И поэтому, конечно, самое родное для меня – это Петербург. Знаете, я ведь приехал из Латвии сюда. У меня было очень много комплексов. Во-первых, я очень плохо говорил по-русски. Я сделал 49 ошибок в первом диктанте. И педагог сказал, мальчик, до 1 января, это было в сентябре, я тебе не буду ставить отметки. И музыкальное образование, конечно, было гораздо ниже в Латвии. Хотя, в общем, в Риге очень музыкальный город и культурный, но это не сравнить, конечно, с Петербургом и не с музыкальной школой десятилетки. У вас семья, прежде всего, такая. Да, но все это не помогает. Я должен иметь был этот уровень. Поэтому и у меня от этого выработался такой комплекс, что я не такой, как все, что я не тяну или что. И я понял, что надо как следует учиться, заниматься и доказать, что я не хуже других. И вот тут это выработало такую работоспособность во мне, потому что я все время, у меня была частная педагог, которая приходила и не только русский мне преподавала, но и рассказывала, скажем, о химии, уйдет, или алгебре, что значит эти, вообще эти слова. Я бы не мог решить, потому что она меня учила этому языку. И я должен сказать, что я доказал своему педагогу, что у меня было где-то в декабре на диктанте было всего 5 ошибок. И вот эта вот работоспособность и ответственность, она, это я очень где-то благодарен, что я в такие обстоятельства попал. Еще второе надо не забывать, что мой папа был знаменитым дирижером. И я никоим образом не хотел всю свою жизнь, чтобы говорили, а, этот сын Янсенса. Ну, вы знаете, и тех даже очень много тянули, тех, которые знамениты, там были дети знаменитые и так далее. И для меня это было самое ужасное. Я хотел всегда доказывать, не, что я могу. И мне это удалось, слава Богу. Но вот эти два момента, это было для меня большим испытанием, большой школой. Но я безумно благодарен этой школе, потому что кроме этого я получил потрясающие знания, потому что лучше школы, вообще, если говорить дирижерской, чем в Петербурге, в мире нету. А в чем было отличие? Вот потому что вы же еще получили образование как дирижер в Австрии. Вас обменяли на балерину, как я понимаю. Да, обменяли
балерину, да. Дело в том, что Караян приехал в Россию с Балерийской филармонией, и он захотел семинар провести с молодыми дирижерами. У нас 12 дирижеров были, и я был самым молодым, и мы дирижировали. И он после этого семинара сказал, что вот он хотел бы, чтобы Китаенко приехал на его конкурс, а вот Янсенс приехал к нему ассистентом заниматься. Ну, в те времена, конечно, это было невозможно, мне не разрешили. Но из-за того, что он назвал мое имя, как-то в министерстве кто-то записал, запечатлилось это. И, вот, так сказать, и вы поехали на конкурс, 71-й год? Нет, меня послали тогда вот в обмен на балерину, которая училась здесь, а я учился уже, тогда поехал учиться в Австрии. Ну, поехал учиться в академию в Австрии, в Вену. В чем отличие петербургской от австрийской школы, именно дирижерской? Да, во-первых, у нас гораздо больше практики с оркестром, что очень важно. У нас был свой профессиональный оркестр для дирижеров. Оперная студия, вы можете представить, где вы проходите практику оперы, и мы дирижировали спектаклями. Они в сухую под рояль? Да, там даже под рояль очень мало преподавали, да. Больше такие лекции. Что была сила австрийской школы, это, конечно, потрясающий анализ произведений. Исторический и исполнительский анализ партитуры, где давались советы, ну, например, такой человек, как Сваровский, который имел тоже энциклопедические знания, был учеником Рихарда Штрауса. Конечно, ему было что сказать ученикам. Но с точки зрения практически и получить знания и навыки именно дирижеры, мы, конечно, были выше. Но во всяком случае я могу сказать, что это две самые лучшие школы. На первом месте я поставил петербургскую, а потом, конечно, венскую. Та-та-та-та, ти-ти-ти-та-ти-ти-ти, ganz gleich, ja? Nicht schneller, bitte schön, hören einander. Та-та-та-та, ти-ти-ти-ти-ти-ти, das ist das Wichtigste, bitte, sehr, ja? Noch einmal, ja? По сути, вы второй советский дирижер, которого приглашают в Осло возглавить оркестр, который не самый яркий, не самый известный. Тем не менее, вы соглашаетесь. И из этого оркестра вы делаете замечательный, реально серьезный оркестр первого класса, который, в общем, с этим имиджем до сих пор живет. И вы там главный дирижер больше 20 лет. Да. Вы знаете, это примерно как первая любовь, когда она никогда не забывается, и она особая. Во-первых, я приехал очень молодым. Музыканты оркестра были тоже очень, все почти молодые. Наш темперамент, понимание нашей задачи стать очень хорошим оркестром, не просто быть вот Осло-оркестром Норвегии, который никто не знает, а именно приобрести мировую известность. У нас как-то мы сразу это соединилось. Оркестр очень поверил в меня, что я иду этим путем, и очень следовал. Поэтому было очень в этом отношении легко. Я маленький пример вам приведу. Мы начали писать симфонии Чайковского, которые получили колоссальную, значит, критику, и вообще даже неудобно нас сравнивали с Берлинской филармонией, с Караяном. Даже, вы знаете, очень иногда было неудобно, боже мой, перехваливает. И когда записали шестую симфонию, мне что-то не понравилось. Я сказал оркестру, знаете, мне не нравится. И, представляете, они говорят, Марис, давай перепишем. И без всякой оплаты пришли и писали, понимаете, это о чем-то говорит. У вас был потрясающий проект, которому может позавидовать, наверное, каждый живущий сегодня на свете дирижер. Это карт-бланш, когда вы в один год умудрились дирижировать баварским оркестром, баварского радио, концерт-гебау, Венской филармонии и Берлинской филармонии. А вот такой, может быть, не совсем этичный вопрос. Какой из этих оркестров вам самый родной, самый гибкий, самый близкий? Самый ваш инструмент? Ну, наверное... Ох, это вообще сложный вопрос. Знаете почему? Потому что эти все четыре оркестра, они, на мой взгляд,
Они являются ведущими оркестрами мира, особенно что касается восприятия музыки, отношения к музыке, интерпретации. Я помню, когда я уже начинал работать в Баварском радио, пришел ко мне концерт Гибал меня пригласить. В принципе, можно было бы сказать, я не должен был бы брать, потому что два таких оркестра иметь и в Европе, это, конечно, сумасшествие. Но я подумал так, что ну разве можно отказать концерт Гибау? И разве можно отказаться от такой чести? Откровенно говорю, это я не рисуюсь. Вы являетесь также обладателем одной из самых, наверное, Нобелевская премия в музыке. Это премия Сименс. Да. Как вы ее распорядились? Я ее отдал в банк, все деньги, на строительство нового концертного зала в Мюнхене. Дело в том, что я 12 лет борюсь за новый зал в Мюнхене. И только сейчас мне удалось получить согласие, да, политиков. Для меня это было, вы знаете, большим сюрпризом. Я никак не ожидал, что в такой стране, как Германия, приходилось доказывать и говорить, как это важно. Даже был в Геркулес-зале. Да, Геркулес-зал есть, но он маленький и старый. На тысячу человек, да. Гастайк есть тоже новый зал, но там неважная акустика. Угу. Это раз. Но ни тот, ни другой не принадлежит Баварскому радио. У нас своего зала вот лично, вот там, так сказать, где наш дом? Нету. Мы играем или в Гастайге, или играем в Херкулес-зале. Это один из лучших оркестров мира. И вот сколько я не разговаривал с политиками, сколько я не выступал, и, в общем, и в газетах не писал, и уже, я не знаю, мое имя у всех на слуху, все знают. И, наверное, думаю, что этот сумасшедший на Янсенс опять насчет своего зала. И, слава Богу, я наконец-то удалось мне. Были моменты, когда я думал, что все, уже не будет, ничего не получится. К сожалению, полная апатия. А сейчас как? Сейчас. А сейчас получилось. Дело в том, что общество Мюнхена, все, любители музыки, или, может быть, не только любители, написали 28 тысяч писем президенту, что мы поддерживаем эту идею, и мы это обязаны, и культурно быть, и вы должны это обязательно сделать. Ну и он, конечно, понимает это, и избиратели тоже, да? Уж так говорить откровенно, да? Ну так Янсенс к нему тут приходил, ну ладно, будет, не будет, делаем для все равно, тут, да. Да, а тут серьезное дело. И после этого письма ситуация изменилась. Но очень изменилось. Это общество само, оно сдвинуло этот момент. Thank you.
По сути, вы в России выступали 2003 год, угу. потом 2009, наверное, и 2013. Угу. И, собственно, и все. И больше мы вас не слышим. Как, да. как нет. Угу. Что неправильно совершенно. Вот как вы, кстати, да. вот к этому относитесь? Вам это как-то больно? Наверное, это неправильно. Это неправильно, да, потому что это, в принципе, мой дом, и я должен приезжать, это я понимаю. Но, с другой стороны, как я говорил, невозможно объять все. Понимаете, я сейчас особенно должен думать все-таки, если я очень усиленно работаю, чтобы у меня было время отдыха. Потому что работать так, как я работал, это каждую неделю, где-нибудь, это уже, вы знаете, это переходит границы. Поэтому я, к сожалению, часто отказывал, да, хотя меня приглашал и Мариинский театр, и, естественно, филармонии мы очень дружим. И я дружу и с Тимиркановым, и с Гергиевым. Они меня очень много раз приглашали выступать. И мне даже тоже стыдно, что вы можете представить. Но все-таки это моя родная страна Латвия, да? Они вообще годами ждут, я там не выступал один раз всего. Это стыдно мне где-то говорить, но это правда. Но потом становится, вот начинаешь думать, боже мой, но это еще, значит, эту неделю я уже не буду отдыхать. Совершенно. И кроме того, понимаете, еще очень важный момент. Я всегда стараюсь, но мне не всегда получается рассчитывать, а сумею ли я подготовиться как следует. Вы понимаете? Вы имеете в виду со своим оркестром или все равно, приехать работать? Все равно к концерту. Вот я скажу, вот сейчас дирижирую баварским, да? У меня неделя сейчас свободна. Но я должен уже готовиться к следующему концерту, который будет сейчас в Мюнхене. Приедет ее мама, играем с ним Штрауса «Дон Кихот» и «Дворжика симфония». Я же должен подготавливаться. Я знаю эти произведения. И, в принципе, если так говорить, можно было бы сказать так, ну, за день, за два открой партитуру, посмотри, и так ты знаешь. Все равно он хорошо сыграет ее мать. Да, и так ты еще, и ты знаешь это произведение. Знаете, не могу я этого. Не могу. Вот у меня страшный дискомфорт начинается. У меня начинается чувствовать, что я неподготовленный. А почему неподготовленный? Потому что я не соприкасаюсь с этим произведением часто заранее. И как говорил какой-то из знаменитых дирижеров, я не помню, сказал, важно ведь не сколько ты проводишь дней с партитурой, а сколько ночей. Мравинский сказал. Мравинский говорит, да-да. Да. И вот недаром, вот посмотрите, вспомните Мравинский, сколько он готовился к каждому произведению. Я говорю, боже мой, ну вот идет Чайковского пятая, он опять. А он ее знал вдоль и поперек. А я понимаю, это есть вот то, что ты входишь в этот мир опять. Именно эмоционально, а не технически. Я помню очень хорошо Мравинский, как готовился. И вот я часто приходил к нему тогда. И вот он сидит и ни слова не говорит. Я сижу напротив. Я не знаю, что делать. Неудобно спрашивать его, потревожить. Я вижу, человек в тишине о чем-то думает или нет. Потом он что-то спросит меня, я ему отвечу, опять тишина, ничего не говорит. И он в этой тишине вот вынашивал, что ли, свою интерпретацию, или думал о каких-то вещах, именно связанных с произведением, которое он дирижировал. И Ростропович, я помню, приехал в Мюнхен.
Мы провели вечер для того, чтобы вспомнить, был юбилей Шостаковича. Слава был совершенно больной, но все равно пришел и публике рассказывал о его дружбе с Шостаковичем. Он мне сказал: знаешь, Марс, у меня был удивительный случай с Шостаковичем. Я сижу дома, и вдруг раздается звонок, звонит Дмитрий Дмитриевич. И говорит: Слава, вы можете приехать сейчас ко мне? Ну, конечно, Слава сразу же ехал к нему. Приехал, поздоровались. Он говорит: садитесь напротив, да. И говорит: Слава, давайте помолчим. Я говорю: ну, давайте помолчим. И он, я говорю, я сижу, и Дмитрий Дмитриевич, и я. Минут 45, он говорит, я посмотрел по времени. Мы молчали. Потом Дмитрий Дмитриевич встал, сказал: Слава, большое вам спасибо за это время. И все, и я уехал. Понимаете, это для меня это оставило поразительное совершенно впечатление. Это спасибо вам большое, что вы приехали вот это и вызвать так его. Почему-то он один. Я знаю, это гениально. Молчать вдвоем, это же да, тоже может быть очень... Давайте помолчим. Да, вот. Два гения встретились. Потрясающая история. Огромное вам спасибо. Большое вам спасибо. Спасибо. И вы знаете, мне был очень тесный и очень интересный вопрос. Так что было о чем поговорить. We'll be right back.